Здесь еще танк стоит. И вертолет, да? Я не буду стрелять, наверное, пока. Заряжающий привод. Давай догоним его. С оранжевой казной они все стреляют. Просто она у них ломается и все. После выстрела. Ну, блядь, он бы, Юрий, проходил бы там один уровень, ну. Пока бы не протрезвел, блядь. Ну, я 48-го пропустил, получается, да? Он же проехал, правильно, уже или нет? Ой. А вот это вот неприятно было. Это не он стрелял, это другой стрелял. БМП-2, да? Это вот получается 48-й, в которого я не попал, да? И справа еще кто-то был. Куда он? А, я в землю попал, да. Не, Руйка-то очень хорош. Быстрый. За счет скорости ломаешь тайминги. Вообще, блядь, легчайшие просто фраги. Правда, надо учитывать то, что обиженки еще есть. Командир наводчик, кстати, в БК выстрелил специально. Он не понял даже ничего. У меня какое-то помутнение рассудка, видимо. Как можно не понять, что по тебе три раза выстрелили в упор? Я не понимаю. Так. Информации нет. Кто-то стреляет с краю. А, там к нам кусок дома. То есть я попал прям в кусочек дома. Ой, слушай, здесь нельзя кататься на самом-то деле.
понял. Так он же давно проехал куда-то. А, это штука. Ладно, 7 снарядов осталось, если что. Надо их реализовать как-то. Не пробил штука! Серьезно! Не, ну деды воевали, не иначе. Деды воевали, тут даже не поспоришь. Три снарядика осталось. Последний снаряд дарю. И погнали. Ну, хотя на Ягуаре, может, и долетим, слушай. У тебя очки, наверное, быстро пойдут сейчас. Сейчас бы штуга не пробить. Да, вот это круто. Стримерский сервак. Ну так вы тоже на стримерском играете так-то. Почему у вас нету? А у меня есть. Смотри, там народ отбивается. Ну сейчас очки сильно потекут. Ну по идее должен успевать. Должен успевать. Кульбиты кручу. Или там тип написал стримерский сервер. Вот даже вот вы тоже, получается, попали на стримерский сервер, да, но что-то не повезло вам. Это прям супер легко было. Сюда меня сбил. Че, что с самолетом случилось? Он куда-то улетел в космос. Ядерку хоть засчитали? Или что? Ядерку засчитали. Блять, она сломалась просто, пиздец. Просто все сломалось. Так я уже сбил, скинул бомбу, и типа он, получается, просто взял и скипнул мне анимацию. Мы не посмотрели анимацию. Печалька. Но ведь вы никогда не видели анимацию ядерки, правильно? Ну, тут очень легко было, да. Просто карта еще позволяет, видишь, большая карта, рукает быстрый. Я просто переехал их все, перестрелял всех.